Ежегодные чемпионаты первенства Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА состоялись во Владивостоке. На соревнованиях в спорткомплексе «Олимпиец» выступили сильнейшие спортсмены из Артема, Находки, Дальнереченска, Уссурийска, Владивостока, Спасска, Дальнего. В краевом турнире выступали спортсмены трех возрастных групп – старшие юноши 16-17 лет, юниоры 18-20 и мужчины 18 лет и старше. Участники продемонстрировали отличную технику, а их яркие и зрелищные бои поддерживали зрители. Победителям и призерам вручили заслуженные награды. Кубок за первое место в командном зачете получил Владивосток, за второй Уссурийск, а за третий Артем. Также по итогам соревнований будет сформирована сборная Приморского края, которая представит регион на чемпионате и первенстве Дальнего Востока в марте в Петропавловске-Камчатском. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.